Ну вот, вот мой гаражик, вот мой гаражик. Вот здесь рядом к нему пристройка большая, видим мастерской. И у меня этим летом родилась идея. А что, если из гаража сделать себе рабочий кабинет? Должен быть у мужчины свой кабинет, где он может спокойно работать и веселиться. Давайте пройдем и посмотрим. В 2015 году мне достался гараж в таком виде, в котором вы сейчас его видите. В общем, я очень много делал на нем перестановок, очень много переделывал, но сам гараж у нас за все это время, за все 6 лет, не использовался вообще никак. Кроме того, как он был большим, огромным складом. Туда стаскивалось все, что было не нужно. Просто постепенно он захламлялся. Я решил перевести это все и сделать из этого какое-то более-менее адекватное жилище. Я подумал, что машину все равно я покупать не буду. Машины у нас в Краснодаре ставят возле ограды, поэтому гараж — это, можно сказать, неоприходованное жилое помещение. Как же этим не воспользоваться? Ну, это просто большой огромный грех. Ну а что получилось, давайте же вместе посмотрим дальше. Днем рождения, Серега, днем рождения, пожелаем тебе долгие года, пожелаем тебе радости и везения, и по жизни, чтоб с деньгами был всегда. С полпинка, чтоб твоя Хонда заводилась, а кайман умело рели обходил, чтобы рыба только крупная ловилась, на Кастмастер-форум чаще заходил. И вот, вот так выглядит у меня мой рабочий кабинетик. Здесь у меня тестовая лаборатория. Тут я беру работу на дом, тут я паяю, кручу. В общем, все, что надо для жизни. Ну а здесь вот утепленная дверь, ковры и комната. Вот так вот выглядящая. Вы вообще смотрели уже, по скринам было понятно, что, где и как. В общем, мой кабинет, мое рабочее место. Вот так выглядит. Два монитора, в общем, системничек, календарик мой обожаемый. Ну, в общем, круто получилось. И проектор. Хе-хе. В общем, вся стена здесь, если вы видите, то есть по стене, это вся вот эта вот стена, вся поголовно. Она вся, это экран. В общем, вот это все, это телевизор большой. Здесь мой стальной конь стоит. Тут же у нас детские велосипеды. В общем, склад, так скажем, здесь. Здесь тут все закрыто уже, шторка из брезента натянута на зиму, потому что фиг знает, возможно, будет холодно. Тут запчасти всякие. Ну, в общем, часть гаража, вот которая была, вот она отрезана, здесь стена выстроена. Ну вот, как-то так. В общем, подарок себе на день рождения я в конце концов получил. Hey, what you got?